Гера! Таймень! Таймень! Ты че, он тебя там потрепал? Да, короче. У нас сегодня шикарный день. Мишка поймал тайменя. Это мечта каждого рыбака. Между нами говоря, щуку-то ругают зря. Она ежели с приправой, то не хуже тайменя. Опа, есть. А, я же говорил, возьмет. Вот она. Я думаю, может она цепится сам. Красавец. Ай, красота, да? Ай, красота. Вот он, таймень. Вот это самая здесь старая рыба, которая водится. Чего в этой экспедиции было с достатком, это быта. Он был налажен жестко. Чего пожрать, мы вообще мастера. Обязательно на тряпочку, чтобы вода сошла. Солим масло на сковородке. Хотите вкусно готовить на природе, дома, в городском парке? Вам нужен мобильный газовый гриль «О-Грил». С ним вы станете точкой притяжения в любом месте. Проверено нами и временем. Скидка для подписчиков по коду Герасим Шер. Ссылка в описании. Прыгай. Ваши ощущения. Ну вот я и остался один. Мишаня у нас поехал на реку. Им там надо через порог перекинуть водомет, и они пойдут в верховье. Может, тоже что половят интересного. Все, слава богу, на месте. Крепим лодки. А самое интересное у нас впереди. У нас вон там непреодолимое препятствие. И ни одной лебедки с собой. В общем, народ, дело такое. Сейчас вы увидите двух бурлаков как минимум. Ну пусть не на Волге. Сейчас будем это. Тяпа-тяп вынимо. Мы оттуда. Вот сюда надо, да. Камень не вытащить. Так, погоди, стой. Надо найти вообще место, где его протащить. Может, вообще лучше вот здесь протащить, видишь? Я-то думал, куда он пойдет. Олег! Олег, залезь обратно! Он и сталкивает. Мы сейчас тащим тебя, залезь! Веревкой сдернем твою, все. Вот сюда вот его. Выходи на берег. Мы не успеем. Давай. Во! Олег, вот сюда, во! Во, газуй! Давай, стой, прямо на камне, сюда. Вот, давай. Вот, погоди, стой, вот за камень можно. Так а дальше? Так он сюда здесь уже пойдет.
Подожди. Надо тянуть там. Давай, давай, блин. Все, 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 сейчас. Давай, давай, Олег. Газу, газу. Здесь уж проскочит. Жуков гараж. Ведущее тюнинг-ателье по вездеходам «Шерп» и не только. Ждет вас и вашего любимца на глубокий тюнинг. Десятки собственных разработок и улучшений, оригинальные детали и качественное оборудование. Мы первые, кто сделал «Шерп» лучше. Подписчикам канала скидка. Сбил руку. Так, где моя кружка? Хочется попить водицы. Сустав вроде не поломал, ничего. Теплая вода здесь, хоть купайся. Рычаг вверх, да, и за ногу. Не, вверх рычаг, вот сюда. Сейчас, подожди, за ногу. За ногу, да. Давай вдвоем. Опа, опа, взяли. Все. Есть камни. Водомет любит камни, ребят. Любит камушки. Ну что, ребят, мы пошли вверх по течению. Вверх по речке поехали. Иди нам километров, наверное, 30.
Так, мы прибыли на место лова. Дорогу вы сами видели. Подумать страшно, какая рыба здесь должна ловиться. Вообще, здесь ловится линок. Эту рыбу я видел только по телевизору. Вот. А если повезет, увижу ее прямо вот в своих руках. И вам покажу. Так, попробуем выцепить его вон из того камушка. Может, он там живет. Может, и не там. Летят! Вон они. Так, не что будут заходить на посадку. Ой. Ну что, как говорится, с каждым забросом вероятность, да, все больше и больше. Слушай, как же офигенно, а? Как же, говорю, офигенно. Ну вот мы на пороге и жили. Ну прошли мы, может, вверх прошли, ну пешком метров там, может, 300. Ну перекате мы ловили, мы там... Нет, выше порога, метров 300 по реке проходили вверх по течению за порог туда. Ну, может, 400. Щук половили. Щук, окуня поймали одного. Нет, я понял одно, что в этих местах ей пофиг вообще что кидать. Потому что течение большое, у рыбы времени думать много нет. Есть, не есть. О, народ. Когда бы еще вот так рыбу половишь? На улице жара. Стоишь, прохладненько, хорошо. Но то, что рыбу пока не клюет, это не страшно. Рыба здесь есть, просто мы ее пока не нашли. Ребят, возвращаемся на базу. Приехали мы на новый. На новое место. Здесь у нас река и рыба должна быть в реке. Так, это мы сюда на место положим, вот нам пока тоже ничего не нужно. Вот так вот мягко в мох присели. Почти что. Спиннинг, тебе не было страшно лететь в этой корзине? Я бы на твоем месте испугался. Так, ребят, мы забросились на реку. Реку какую не знаю, не спросил. Распределились. Бросаем кто на что. Я бросаю на хариуса блесну. Но жрать что-то не хотят ее. Любопытные рыбы какие. Попробую покидать вдоль берега, что ли.
Ребят, вы думаете, мы на рыбалку прилетели? Нет. Мы прилетели накормить вот этих вот зверей. Они не то, что у нас, они вертолет жрут. Кусками откусывают. Кусками краску. Вертолетную отжевывают. Все, ребят, загружаемся. Ну, вертолет полетит. Увези меня в полет. Увези меня в полет. Замечательный вертолет. Да. Не буду. Сейчас мы включим большую проветрялку. Engine number one ready for start. Ну что, рыбаки есть? Нет, одни туристы. Одни туристы? Да. Космические. Ну вот. Ой, Мишка тут. Я тут тоже, да. Записался в Мишка компанию. Тут. Надеюсь, пока еще в уральские пельмени не записался. Не, я прибит большим чугунным гвоздем Герасиму Шерпу. Там и помру. Как говорят, любишь кататься, люби да. Саночки возить. Любишь кота, люби саночки кота. Рынок уходит. На север. Жизнь уходит. Жизнь уходит. Пока ты блесна распутываешь, да? Вот, надо было складывать правильно их все. У друзья Дмитрия Брикоткина говорят, что он целеустремленный. Если поставил цель, то он ее добивается. Давайте посмотрим, распутает он этот клубок блесен или нет. Или достанет та, которая ему нужна, остальные все оставит. Распутал. Однако. Так, вот эту двоечку надо поставить, да? Дима, давай мы за тебя болеем. Всем каналам хлопаем в ладоши. Слушай, ну ты здесь так красиво кидал в прошлый раз этот нахлыст. У тебя палки нету такой, это там, супер лайт какой-нибудь. У серьезных рыбаков-то тут от 2 грамм начинается у них до 90. С градацией по 10 грамм палок. Я же не серьезный, типа юбка. По 10 палок привезли с собой. Слушай, ну вот она плещет, твоя рыба-то стоит уже. Вон она тебя манит, дразнит. Дима, мы тут. Так, топливозаправочная. А здесь у нас печка заправочная. Топим баньку. Топим баньку, ребятки. Все-таки она мне на палец упала. Пошли. Печку топить. Хорошо в печи. Кочерга не знаю где. Поэтому будем газовым баллоном заправлять и закрывать печь. Понял, Миша? Главное безопасность. Если кочерги нету, то закрывай печку газовым баллоном. Подточить свои ногти. Ну это не лайфхак, это так, безысходность уже. Просто мы таких кусачек для проводов не нашли. Пришлось, да, вот таким напильником дорабатывать. Самый грубый для заточки ножей. Что ж, вот и завершился еще один день. На завтра мы уже будем уезжать с базы. В принципе, смотрите сами. No comment. Чуть-чуть и все. Вот готово. А вы говорите рыбалка. Рыбалка это второстепенно. Вот. Первично.
Все, друзья, уезжаем мы вот с этими путаранскими пирожками. Бросаем Димаса здесь, он решил остаться здесь навсегда. Потом расскажите, как там вообще в цивилизации? Мы тебе новых роликов с Ютуба привезем. Давайте послушаем, что нам скажет суровый путаранский мужик, который здесь живет уже лет... Дядя Витя, сколько ты здесь живешь уже? Здесь? Да. Ой. С 95-го года. С 95-го. Короче, долго уже живет. Да, ну, пожелай что-нибудь нашим подписчикам, зрителям. Ну, что, пожелаю. В этом году рыбалка не сильно была хорошая, потому что рано приехали. Приезжайте после 20 июля. Да, ребят, кто надумает приехать на Путорана, вот есть дядя Витя, да, у которого мы покажем. Да, оставим телефончик его, и можно будет позвонить, договориться по заброске в эти места от Светлогорска, да? Да. Встретит, покажет, расскажет, все-таки живет. Накормит, напоит. 100-500 лет, да. Вот так вот. Все это собирается, укладывается. Начинается увлекательная игра в Тетрис. Первым шериш, потом мы. Давай, давай. Заводи, Гера. Обана. Оба-оба, хабаня. Мотор-то опусти. О! Разрешите, я спорхну вовнутрь. Сказать, в утробу лодки. Ну что, ребятушки, вот мы и выбрались. Ёшкин-макарёшкин. Это вам не по Волге ходить. 4 часа, и мы будем в Светлогорске. Впереди прёт шериш Виктор. Сзади Олег. Хорошо как стало. Сразу. По порогам пошли, ребят. Мишаня помпой орудует только в путь. У нас 3 пробоины, елки-палки. Брюхо распорото, на последней торпеде идем. Мишка, рубай помпу! Какая помпа? У нас ведро. Врубай ведро тогда. Ведро толстовка работает. Главное не очковать. Тапку в пол и пошел! Блин, а как очково-то, а? Не ссать, я 100 раз так делал! Вон утки за нас тоже! Переживают! Вот они, смотри, самые сильные. Вот он, да, буруны пошли! Ребятушки, что делать-то, а? Мишка сейчас спасательный рюкзак Финтрейл, не потопляйку возьмет и за борт, а я легче пойду выше. Ой, мама! Сиди, Мишка, сиди! Рано еще выпрыгивать. Смешно. Вездеходы «Лесник» серии «Лесник М» «Экстрим» и «Профи». Надежные, неприхотливые, с оптимальной проходимостью и оптимальной ценой. То, что надо для тебя и для твоих увлечений. При покупке приятный бонус по коду «Герасим Шарп». Подробный обзор вездеходов в описании. Вот такие они, ребята, теперь. Чё, Витя, не шпарит-то, елки-палки. Колбасит его, видать. А мы уже с глиса сваливаемся. Сейчас его обгоним, будет знать.
Ну, мы-то его постоянно проверяем, что с ним все в порядке. А он только изредка. Да. Он там всего с 95-го года здесь ходит. Мы с 2018-го ходим здесь вообще по рекам, шпарим. Ты, говорит, помнишь, как здесь порог проходить? Помню. Грамм 80 наливаешь и едешь. Как по Волге-то нам будет мягко ходить, да? По Волге она вообще... У нас-то это уже шторм. Все. Не, а ребят, сегодня водохранилище штормить будет. Ветер сильный. Это мы по реке пока еще идем. А будет шторм... И обещают достаточно серьезно штормить. Так что мы еще наснимаемся и насмотримся. А там, кстати, много топляка. Да, еще топляков там. Ого-го-го. Димка Брикоткин зря с нами не поехал. Я бы ему такую обзорную экскурсию сделал. Такого удовольствия человек решил. Ну. Все, ребятки, шпарим домой. Нам еще 3 часа дороги, где-то километров 100. Идем по Курейскому водохранилищу. Вот, смотрите, какая красавица полетела. Идем на трех лодках. Мы в этой лодке с Мишанькой. Там у нас Витя Шерри. Ох, Витю Шерриша колбасит там на волне. Это у него казаночка поменьше лодка. Полегше. Он еще и первую волну бьет. Тяжело ему там скакать. Мишка помпой рулит. Ему доверили кнопку. Он ей управляет. Чтобы мы не потонули, елки-палки. Регулярно клацает ее. Тудым-судым. Есть регламент управления помпой. Да-да-да. Каждые 12 минут. Мы неукоснительно ему следуем. Он таймер на телефон себе поставил. Видите, с телефоном это, сидит. Нет, таймер у него стоит, короче. Он каждые 12 минут включает ее, выключает. За что дорожный налог платим? Давайте там ветер потише сделайте. Нормальные люди едут. Правда, да? Дорожный налог с лодок, блихомуха. Да ладно, серьезно? Да. Так еще и любая машина вспотеет. Мы за лодку платим около 50 в год, которая ездит месяц в году. А нам волны не разглаживают. Каток надо водяной. Я за Витей приглядываю, что он там раз резко маневрирует, где-то топлины, значит, идут. Я, видишь, ему хвостик прибился, чтобы прям по его кильватору идти. Бараны на воде, бараны. А на воде бараны, а в лодке мужики. Плывем по путоранам. Блин, дальше рифма не придумывается пока. Хочется рассказать что-то просыкотно и еще что-то такое, но вот рифмы нету. Да вы, Миша, не поэт, вы бард. Ребята, вы знаете анекдот, где Незнайка у Цветика, Цветику говорит, слушай, а говорит, это самое, поэтом-то вообще не проблема быть. Как не проблема? Да как? Да это же трудно. Да не, вообще легко. Ах так? Тогда придумайте мне рифму к слову «пакля». Дальше я вам заканчивать не буду. Сами в интернете прочитайте, что за анекдот, потому что нас дети смотрят. Нельзя такие анекдоты рассказывать. Прочитайте. А Мишка сейчас сидит, думает, что же он за слово сказал. Незнайка. Он интернет ловит. Я не могу произнести за слово в камеру прям вот так. Все, ребят, только что Мишка отгадал слово.
И оказывается, что он бард, а не поэт. Вот так вам, ребята, Мишка и снимает материал. Белый экран, ветер в лицо, все дела. А потом полдня нету. Где Миша был, непонятно. То карман снимает, то бленду не снимет с камеры. Самые большие крокодилы как раз водятся вот здесь, куда мы приехали. Здесь их мерено-немерено. Ну, кстати, вода похолодала, значит глубина добавилась. Ну, ближе к лесу. Так, господа, с приехалом вас. Разгружаемся. Дальше не идет. Ну слышно же, что не качает. Нет, не качает. Ну что, у нас дозаправка происходит. Дозаливка, дозапивка, дозаедка. До Красноярска прям пойдем сразу. Все, без остановок. Что, готовьтесь. Ага, через плотину, через водовод, пройдем только через газ. Через турбину. Мы один раз прошли. На Амуре. Да ладно. Видите, тридцатку вылил, полный бак там. Что, втянуло кого-то, да? Ну, поехали кататься бухие. Водосброс, а понтонов не было тогда. Не закрыто. А они заглохли, не смогли завестись. Да ты что? Ни весел, ничего нету. Мужики прыгнули, там пытались... Плавом ее оттащить. Так семья и ушла. Короче, нашли всех. Все были раздеты. Вода раздевает. Вода раздевает. Такая мощь поток, воды, что это разделать. Это на это, да? На ГЭС. На курейской ГЭС. Ничего себе. Так что было у нас такой случай. Вот так, ребята, а вы говорите, нырни, нырни, я не буду. Без трусов потом вынырну. Мы выходили, вода была 8,5 градусов от базы, а здесь уже где-то градусов 13. Я думаю, так щука сюда скатывается, не вестится, да? Она здесь она впервые прогревается, течения нету, здесь она здесь и остается. Здесь заливы? Скатываться да, нет. Да. И как в Венеции вон, эти берега из лиственницы все. Это не как в Венеции. Абрамское водохранилище вот такое. Заводи. Дай мне это только подпоясаться. Да. Опа. Опа. Все, давайте мы здесь загорать останемся. Ну вас нафиг. Стартуй. 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 Шериш, шериш, проверка связи. Связь отличная, дальность 15 километров. Слышно было, нет? Да. Держись фарватера, фарватера держись. Обязательно. Слышь. Ты меня слышишь, нет? Зеленый. Вот я уже. Да, принял. Первый пошел, второй пошел. Давай, пошел. Есть, пошел. Все, поехали. Шериш, что у тебя там? Бревно налетел, через него проскочил. Че, винт-то живой? Расслабуха.
чем ты ценен. Подпрыгивает, да? Да, у него откидывается мотор, видишь. У нас отламывается. У нас нога отламывается. На нашем моторе. Плотно с мотором. Да. Да, может транец гулять пойти. Миша, здесь вода вообще жаркая, 6,9 градуса. Жара! Ух ты! Мы вышли из бухты барахты. Винт, ребят, видите, винты снимают, чтобы не украли винты. Мотор-то ладно, фиг с ним, а вот винты здесь дефицит. Что, куда он? Потопляков? Пошел он, Потопляков. Да? Пошел. Капитан маломерного судна, находясь на борту, должен иметь вид трезвый и опрятный. Приколи мы на водомете бы с тобой. Слушай, как хорошо, что этого не случилось. Посаживай, наваливай! Слушай, а ты это самое отрывал эти какого? Лейбл. Это ногу. Здесь нет, на топляках ничего не отрывал. Ни разу. Мишаня, выходи, мы дальше тебя не можем тянуть. Так они дальше. Ты все три привяжешь и пойдешь. Да? Да ладно. А что? Я вот эту ж притащил лодку. Да? Она, когда ну а ты на Амуре же пойдешь, и эту, наверное, возьмешь мелкую, да? Да нет, я на одной лодке пойду. На одной пойдешь? Пока. Пока. А потом на двух, а потом на трех. Двух, а потом на трех. Надо костер разжигать уже. Здесь с дровами вообще беды нету. Акатыши из лиственницы. По берегу везде здесь просто. Воруй любое и уноси. Вот так вот, ребят, немножко вещей, мало-мало. Вот так, ребят, такси здесь недорого, 200 рублей в один конец. А что вы хотели? Путорана. Здесь все. 200 евро. 200 евро в один конец. Стальные бивни. Это ножи, которые проверило время, с которыми не хочется расставаться. Отличный инструмент, верный помощник и друг в ваших руках. Наш выбор – якутские ножи от стальных бивней. Пусть это станет и твоим выбором. О, волынька, ничего себе! Как ее занесло-то! Молодежь гуляет даже. А мы едем в ночной клуб «Гараж». Сегодня там людно. Ты кто, блин? Разведчик. Разведчик. Поваром же служил там. Вот так вот. Ну как вы тут? Нормально. На картошку ездили. На картошку? В смысле, где-то южнее воровали ее? Да. Пока садили. Пока садили. Пололи. Сегодня в гаражах оживленно. Миша, как тебя забыли опять, а? Я остался, я забылся. А, ты сам забылся? Мне тут нравится. Рыбинская судоверфь. Ну что ж, вот мы и добрались до гостиницы. Между этим, конечно, был поход еще в клуб «Гараж» ночной. Ну, там мы не снимали. И вот как бы получилось все вот так вот. Устали, кишкотряс нас выбил. Не заметил никаких перемен, Герасим Васильевич. Я помолодел на пяток лет сразу. Сейчас и я пойду тоже. Да нет, ты таким же останешься, просто лысым.
Ты думаешь, чтобы поднять самооценку? Нет, нет, у тебя этого. Ты вот, Миш, ну хуже не станешь точно. Просто лысый будешь. Снизу. Все, мы покидаем гостиницу. Ну вот и все, ребят. Через какие-то тысячу километров мы будем в Красноярске. Кому интересно посмотреть, что происходит вот в полете, какой путь от Красноярска до Светлогорска на низких высотах, вы можете посмотреть одну из первых наших серий «Опыт Арана» и зимой, и летом. А пока не будем тратить ваше время и летим в Красноярск. Ну что, я бы в свою очередь хотел сказать большое спасибо Виктору за то, что дал нам возможность такую, может быть, единственную в жизни посмотреть плато Путорана вот именно в таком масштабе. Вы, наверное, видели, но все равно не так. Кто-то приезжал на рыбалку, забрасывался там, ну, видели там с одного места. Мы, конечно, увидели его сильно, ну и вы тоже. Поэтому пишем спасибо в комментариях. Снежный баран. Кутарамакан. Саяны. В Саянах мы еще побываем. И все, мы дома. И как-то теперь стало ближе, понятнее слово Путорана.
Всего хорошего. Пока.